Всем привет! Я Варя, это Арина, это Таня, а это Паша. Сегодня мы попробуем вегетарианские сладости из кафе Варинда в городе Сочи и пирожки. Итак... А уже едим, да? Маша забыли разрез, ё-моё. Где? Так... На маленькое. Итак, начнём с этой. Тихо-тихо. Пробуем все одинаковые и говорим про одинаковую. Одинаковую? А что ты попробовала? Да. Я вот это попробую. Ну, давай, пробуй. Дайте быстрее Тусе. Так что это? Я не понял. Ты ей показала, а народ открывала. Варя дала. Это сладость, в которой много орехов. Прикольно. В ней есть всякие изюм, чернослив. Это сыроедческая штука. Так, сделаем чизкейк. Чизкейк. Чизкейк, как выбрать-то? Туси свой рацион. Нари. Туси. Арина, чизкейк давай. Че ты на картошку налетела-то? Вау. Быстрее описываем, у нас времени мало. Это... Там есть корочка, и это какой-то... Как бы сказать... Какое-то молоко. Ну, да. Молокосгущенка. Молоко и сгущенка. Молокосгущенка. Угу. Это молокосгущенка. Дальше. Дальше, быстрее. Это же чизкейк. Что же чизкейк? Там есть ягоды. Это тоже сгущенка. Молокосгущенка. Молокосгущенка, только с ягодами. Там вообще-то творог. Ну, это творог. И творог, да. Дальше. Таня, ты ничего не сказала? Ну, там... Тебе понравилось? Да. Мне очень понравилось. Теперь это сладость. Это кокосовая стружка. Угу. Это шарик был. Шарик, попробуй. Это кокосовая стружка с какими-то стружкой разноцветной. Ну, это, да. Это кокосовая его... стружка за стружкой. Это кекс. Где кекс? Вот кекс. Бери. Ой, я уже положила корзиночку. Итак, кекс. У него есть пудра. В нем есть всякие фруктики. Попробуем эту сладость. Это кэроп с орехами. Кэроп? Кэроп с орехами. Заменитель шоколада. Попробуем корзиночку. Это... Пусть быстрее, пока все не съели. Это сгущенка с молоком. И покрашенная в розовый цвет. Это сливки. Это сливки. Вот ты сейчас сказала. О, мы дошли до джема. Так, вот эту маленькую давайте пробовать. Ломаем туда. Ломаем. Арина, дай ее. Это тоже кэра. Тоже с орехами. Выпаривают молоко. Вместе с первым и орехами. Она сладкая. Попробуем пирожочки, Наташка. Так, и сладости, что самое вкусное? Мне больше всего из сладостей понравился вот это. А где корзиночка? Ну, вам, Паша. Чизкейк. Мне сегодня понравился вот этот. Это чизкейк. Мне тоже этот чизкейк. Больше всего. А тебе что, Паша? Картиночку я всегда люблю, но... Арина, тебе что? Так, пирожки пробуем. Значит, это с чем пирожок? Да, не только тебе без картиночка. Я тоже хотела. Корзиночку разумай. Пирожки. Пирожки с картошечкой. Ломай здесь. Там есть специи. Ломай. Пробуем этот пирожок. Пирожки пробуем с картошкой. Таня, попробуй пирожок, потом доешь. Нифига себе. Обалденный пирог. Угу. Да? Да. Вот орешки.
Да, кроме картошки и да. Все, быстрее пробуем, у нас памяти мало. Пробуем этот и заканчиваем. Быстрее, быстрее. А это с капустой. Это двумя овощами. Какой больше понравился? Мне больше понравился с картошечкой. Тебе? Мне оба нормально. Арина, что тебе больше понравилось? Арина, тебе вот этот? Ага. А сладости какие? Сладость какая? Сладости, Туся. Покажи, какая. Вот это? Ага, а хорошо. А пирожок какой? Она показала. Она овощная. Все, всем пока. Итак, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока, до новых встреч, пока! Пока! До новых встреч! Пока! Пока!